Придиша от Цареграда три певцы гречистые. От них же начат быть и в русти земли ангелоподобное пение, в похвалу и славу Богу, и причистии Матери Его, и всем святым. Во украшение церковное, во умиление душевное, и во умягчение сердечное. Так записана красивая легенда о трех греческих певцах, якобы пришедших на Русь из Византии в старинной степенной книге XVI века. Ангелы витают с пением вокруг наших хоров. Ангелы витают с пением вокруг наших хоров, написал когда-то Иоанн Златоуст. Этого ангельского пения предков нам уже никогда не услышать. Оно записывалось знаками, которые дают представление только об общем направлении мелодии, не указывая ни высоты звука, ни его длительности. Вот эти таинственные знаки, знамена или крюки. Разобраться в них искусному певчему не составляло труда. Ведь так записывалась знакомая мелодия, давно усвоенная на слух. Но так же, как в архитектуре и иконописи, почитаемые византийские образцы приобретут подлинно русские национальные особенности, так и строгие церковные каноны, распеваемые на клиросе русскими людьми, станут отличаться неповторимым своеобразием и особой плавностью движения мелодии. Греческая запись стихиры Иоанну Златоусту и славянская запись той же стихиры, тропарь кресту на церковно-славянском и греческом языке. Только с XVI века становятся известны имена сочинителей. Стихира митрополиту Петру, сочинение царя Иоанна Грозного. Евангельские стихиры замечательного российского сочинителя Федора Крестьянина. Из-за трудностей расшифровки темные пятна покрывают всю историю знаменного пения в России. Одно известно точно. Почти 500 лет церковный хор пел в унисон. И дашь нам едиными устами и единым сердцем хвалить и славить пречистое имя Твое. Уже расцвело и успело отойти в прошлое полифоническое хоровое искусство. Было написано множество опер и инструментальных произведений,
В России же звучали только одноголосные знаменные распевы. Но многоголосие подступало к русской православной церкви со всех сторон. Не только с еретического запада, через Польшу и Украину. Оно, по сути, уже давно существовало и в народной песне. О греховном многоголосии с гневом писал протопоп Аввакум. На Москве во многих церквах поют песни, а не божественное пение. Вот и смоленского митрополита упрекали. Для чего поют у тебя спартез, а не русским согласием? Почитателями нового партесного или многоголосного пения были царь Алексей Михайлович и патриарх Никон, чьи реформы и решили участь старинного знаменного распева. Полифоническое пение и новая линейная нотная система были настолько непривычны, что чья-то заботливая рука начертала два ряда нотных обозначений – старый – знаменный, и новый – западный, пятилинейный, с квадратными нотами. Царствование Петра I поставило Россию в самые близкие отношения к Западной Европе. И хотя сам он в юности еще певал партесные концерты, при его преемниках, и особенно с конца XVIII века, начинается совершенно новая эпоха в развитии русской хоровой музыки.